Всем привет! Мы продолжаем проходить Нинакуни, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами добрались до вот этого вот города, где нам надо победить, видимо, каких-то одержимых демонов. Я в перерыве между эпизодами зашел в Аваланию, во-первых, закупил всяких лечащих ништяков, а во-вторых, создал нам нового фуниша. Сейчас, надеюсь, в бою мы его сможем оценить. Ну и давайте касаться окутанных кристаллов. Ну, это не наша самоцель. Ух ты! А с червями у нас огромный опыт, кстати. Ай, только вот он еще темных духов вызывает. Но он не такой уж и крутой. Так, а у нас новый фуняш. Мне бы очень хотелось его проверить вообще в бою. На предмет того, что он может. Вон он, видите, бегает такой в короне смешной. Давайте вот этого фуняша проверим. Этот фуняш вроде весь... Да, этот фуняш нас усилил конкретно. А теперь наш золотой фуняш... Эй. Нам вызывал тут демонов своих. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, нам не так и сильно влетело. А почему у нас фуниши-то перестали появляться, а? Что-то не то в сочетании фунишей теперь, или что? Или просто босс-то? Ага. Оп, крутимся. Ух. Или просто, да, фунишам постоянно достается, и поэтому мы не можем их набить. Не исключено, что дело в этом. Ух ты, во. Вот этот готов нам поможет. Так, куда ты? Кто, где, что? О, далеко. О, темный фуняш готов. Давай тьмой его. Сейчас прилетит. 3800 нормально так прилетело. Ай, по нам хвост прилетел. Блин, а не помните, в прошлом бою у нас пуниши все-таки... Эй, были какие-то еще, кроме... Такое ощущение, что были. Ух. Ладно, мы почти усмирили вот этого чувака. Даже не почти, а усмирили. И получили кучу уровней. Второй готов. Зеленый, синий. О, святая мантия. Ну-ка. Что это за ништячок? Ух ты. Защита от тьмы, защита от обледенения. А эта штука защита от всех элементов. Ну, я не знаю. Мне кажется, от всех элементов получше будет. Но, с другой стороны, если... Это конкретно против Хамнара штука. То, может быть, стоит. Давайте... Блин, не знаю. Я не уверен просто. Вот так вот. Как бы знал бы я бы, естественно, ее напялил. Сказал бы, о, Хам... Типа это поможет против Хамнара, да. А когда не знаешь, может, это, знаете, какая-нибудь шутка разрабов. И как бы что... И мы сейчас будем ходить в какой-то непонятной штуке. Ладно, следующий кристалл. Да. Ой. Зурум, черная душа. Как нам влетело. Сейчас будет еще влетать. И будет постоянно влетать. Я так... Ух, вот этот фуняш, я хотел его потестить. Ну, давай. Фуняшек, что ты сделал? А, и все? Ну, он неплохо, кажется, влепил. Зуруму черной души. И, в принципе, мы этого чувака уже почти разложили. Гораздо бодрее, чем червя. Надо же. Тут можно просто как бы... Да. Давайте пару выстрелов и все. Вот. Фу, а щедро нам уровни дают, однако. Вам не кажется? Красный, типа. Радужный скипетр. Ой, прям Sailor Moon. А, давайте посмотрим. Снаряжение. Скипетр, я думаю, Эвану есть смысл смотреть. Ух ты, урон атаки светом, регенерация здоровья. А,
Ну ладно, давайте тогда и броньку ему тоже наденем, раз нам прям так это все продвигают. Почему бы и нет? Сила всех атак. Во, защита от всех элементов. Вот это ему поможет. И ожерелье... Не, ожерелье мы оставим интуиции. А нужен ли нам еще опыт? Вот главный вопрос, потому что вроде как большинство народа заканчивают игру, ну прям 55 уровень, это типа высоко считается. Может быть, уже что-то усиливающее надеть в этот слот? Хотя ладно. Давайте пока так побегаем. Там потом разберемся. Угу. Ну что? Дорогой, ты последний остался. Да. Вполне возможно... что вот эти сражения должны были быть испытаниями. Но, видимо, поскольку мы немножко перекачались очень сильно, то испытаний не выходит. Действительно, мы их колбасим прям... О, фуняш. Эх, что ж ты нас предал, фуняш? Ай! Блин, вот эти дожигания... У него уже половина хп. Ух. У нас, правда, тоже не сказать, что полные. Ну что ты истеришь, друг? Блин, стоило нам до финиша добежать. Он такой, не, я передумал, я не буду сейчас вам помогать. Ох, тут сам атаку повысил. Давайте вот этого финиша активируем и отбежим. Ух ты. Ну, дезориентация... О, дискотека. Дезориентация нас сильно не пугает. Золотая. Во. Ну что? На. Готов. Плюс уровень. Прекрасно. Причем почти у всех опять. Желтый. Зеленый. А, то есть вот тот зеленый не считался. Золотые сапоги, но у нас их навалом. Ага. Ура, открылись! Совсем скоро мы встретимся с Хамнаром. А что с Роландом? Роланд? Он нам нужен. Роланд, что с тобой? Эй, держись! Моя страна? Папочка! Сынок, ты в порядке? Папочка, мне было так страшно. Тише, все хорошо. Папа защитит тебя. Защитит? Папа? Папа. Не смог защитить меня. Похоже, он очнулся. Роланд, встать сможешь? Блин, ну вот такой кошмар, конечно, это удар ниже пояса. А что? Что случилось? Вокруг тебя вдруг снова возникла эта темная аура, и ты упал без сознания. Я так испугалась, я уж думала, твою душу похитили, и ты превратился в зомби. Простите, что напугал вас. Идемте скорее дальше. От этой ауры, которая исходит от Роланда, определенно ощущается что-то похожее на слабую магическую энергию. Какое-то знакомое и ужасно неприятное ощущение. Роланд. Мы должны как можно скорее остановить Хамнара. Уф. А по таким ступенькам уже просто задолбаешься идти.
Но зато сохранялочка. Хамнар там, внутри. О! Да, и у меня руки чешутся. Это будет наш последний бой. Идемте, соберем все силы. А где, кстати, остальные там короли и так далее? О! Теперь доступно перемещение сюда. Ладно. Я надеюсь, у нас Роланда-то не отберут. Просто он ключевой член нашей пати, и многое на нем завязано. Какое-то жутко неприятное чувство. Что за... Все время это неприятное ощущение. Ой. Ребятушки, соберитесь. О, нет. Мы народ Арагории. Слава его величеству Хамнару. Что ж, все идет по плану. Хамнар, хватит! Прекращай свой темный ритуал. Роланд, что же ты такое говоришь? Неужели ты не можешь осознать всю красоту моего творения? Ах, как жаль. Я думал, хоть ты поймешь меня. Роланд? Хамнар, что ты сделал со мной? Ничего я с тобой не делал. Это покровительство крушило. Похоже, через меня оно снисходит и на тебя тоже. Масако! Не может быть! Неужели Роланд и Хамнар? Вот это я понимаю, прозорливый маг. Значит, ты догадался. Я ничуть не удивлен. Браво. Ой. Простите. Это слишком смешно. Хамнар, неужели ты... Ты еще не понял? Если ты убьешь меня, ты тоже исчезнешь. Роланд, похоже, он говорит правду. Души жителей твоего и нашего миров связаны между собой. Кстати, в этой игре это первый раз эта механика обсуждается. То есть, если в первой части на этом многое было построено, то сейчас, ну, как бы, если кто-то не играл в первую часть, то только об этом сейчас узнает. То, что происходит с тобой из-за того, что Хамнар заполучил силу Крушила, самое верное тому доказательство. Не могу поверить. Такого не может... Посмеешь ли ты убить меня, несмотря на это? Ты же понимаешь, Роланд. У нас один путь. Объединить наши силы. Мне очень жаль. Я президент своей страны. Король, если говорить языком этого мира. Я знаю, в чем мой долг. Знаю лучше, чем в тот день, когда я занял этот пост. Ради того, чтобы спасти жизни, я готов пожертвовать собой. Роланд! Нет. К тому же получается... Ведь и ты не можешь убить меня. Если я умру, умрешь и ты, так ведь? Ха-ха-ха. Раз так, я обреку тебя на вечные скитания в закоулках пространства и времени. Однако, благодаря тебе я понял, зачем я оказался здесь, в этом мире. И зачем же? Твое королевство Арагория исчезло много лет назад. И в моем мире, на моих же глазах, погибла моя собственная страна. Мы с тобой в одинаковом положении. Мы короли, потерявшие свое королевство. Поэтому боги дали нам шанс. Шанс сделать так, чтобы оба наших королевства выжили.
Хамнар, открой глаза. То, что ты породил благодаря магии демона, это не твоя страна. Ты должен уничтожить Крушила и вернуть порядок вещей в свое русло. Не бывать этому. Мне очень жаль, но ты мне не ровня. Мною движет своя истина. Что это значит? Вам не остановить меня. О, Хамнар Нахар, забытый король. Ну, давайте попробуем. В принципе, урон мы ему хороший наносим. Ой, а фуняшки нам здесь тоже не будут помогать, да? Ух. Как он от урона ловко. Давайте Роланд подлечится. Теперь мы живительную росу упорим. И посмотрим, что у нас есть из еды. Потому что, ну, магическая защита. Я думаю, она нам гораздо лучше зайдет. Ух. Ух. Чем любая физическая. Ох. Ух. Да, тьму его особо не ранишь. Ух ты. Живительная золотая раса. Сгиньте. А затем станьте частью Арагории. Ух. Фуняшек, помогай. Ага. Ну, кстати, он в итоге призывает фигню совершенно. Мы его не можем повредить, да? У нас сейчас сражение с помощниками. Понятненько. Крушимадов. Ребят. Чё все стоят-то? Лицами торгуют. Он на нас охотится? Непонятно. Ух, на нас. На нас тут. Ответ простой. Ух. Я надеюсь, у него не как у Шадера в первой части 1001 фаза. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не, Роланд должен сражаться. Слеза ангела. Давайте Роланда подымем. Ладно, двулистники. Будем жрать двулистники. Ну-ка. И покатились к нему. Покатились. О, нормально, пока он своих хадов контролирует, он довольно-таки уязвим. О, вот это фуняш. Все-таки, что ты делаешь, фуняш, а? Ух. Вот это неприятно было. Уф. А, нет, Роланда лучше вылечить сейчас, чем когда он сляжет. Это будет дороговато нам потом. Угу. Но Роланд. Я тоже тьмой могу. Правда, у него урон побольше. Но из пистолета мы можем ему нормально, кстати, насаживать, как оказывается. А я надеюсь, финальная часть боя не будет дистанционно чист. Тихо. Четырехлистник. А, ребятки, вы двухлистниками долечиваетесь.
и пошли. А, успел. Успел, гаденыш. Хорошо. А, еще разок. Трехлистник. Ага. Ну, давайте. Колбасим ему, ребят, чуть-чуть осталось. Уф. Не понимаю, я тайминга этого. Ух. Ну, добейте уже его, пожалуйста. Фух, готов. Я надеюсь, Роланд при этом не пропадет. Как вы смеете сопротивляться моей силе? Похоже, я вас слегка недооценивал. Оттуда сейчас кто-то выйдет? Нет. Вперед! Снаружи, конечно, у них полный трэш происходил все это время. Мне даже стыдно, что я слетал в королевство, собрал налоги, пока там было время. Все? Что? Вот оно как. Все закончилось. А души разве не должны в тела вернуться? Поступило сообщение от Вектора. По всему миру украденные души вернулись к своим хозяевам. Да. Я так рад, мы успели. Йося. Операция прошла успешно. А мы молодцы. Но это еще не конец. Пока мы не разберемся с демоном, мира нам не видать. А, нам надо поговорить с Хавнаром? А я могу сохраниться, интересно? Не могу. Ну, ладно. Нет. Нет, осторожно, осторожно. Слушайте, а там же на входе был камень, правильно? Да черт с ним. Да и черт с ним. Ладно, давайте, вперед, вперед. Да. Хамнар. Хамнар, на этом твоему коварному замыслу пришел конец. Такими методами тебе не обрести власть над миром. Власть над миром. Вы думаете, мне это надо? У меня иная цель. Иная? Королевство магии Арагурия. Великая страна, существовавшая испокон веков. Это были красивые и мирные земли. Я был королем Арагурии. Я был очень юн, когда унаследовал трон от своего отца. Я поклялся любить свое королевство, как никто другой. Но, увы, я был слишком надменен. Святым защитником-хранителем Арагории была Алисиарис. Но я совершил грех, неподобающий королю. Я полюбил Алисиарис. И любовь между королем и святым защитником навлекла гнев великого Зельдара. Алисиарис была обращена в демона Крушила. Арагория исчезла в потоке пространства и времени. Моя цель — возродить Арагорию и вернуть Алисиарис. Я использую силу всех божественных нитей, чтобы пробудить к жизни душу Алисиарис,
дремлющую внутри крушила. Это возможно? По всей видимости, крушила — это что-то вроде огромного панциря, созданного вокруг Алисиарис. Если пронзить крушила мощной силой божественных нитей и возродить узы, связывающие короля и святого защитника, то, возможно, можно разрушить этот панцирь. Именно. Если Алисиарис возродится, удастся вернуть Арагорию. Моя любимая Алисиарис, мое милое королевство, вернуть все, что мне дорого. Вот моя цель. Вот она, моя правда. Роланд, если возродится мое королевство, моя Арагория, то и твой мир вернется в прежнее русло. Ведь мы с тобой едины. Ты сможешь вновь встретиться со своей семьей, со своим любимым сыном. Неплохое предложение, правда? Давай же, мы должны действовать сообща. Нет, Хамнар, ты не прав. Это не выход. Даже ради того, чтобы вернуть любимых, нельзя идти на такое. Это темная аура. Но почему? Темная аура — это магическая сила крушила. Хамнар лишь пользовался ей. И в конце концов сам оказался под властью этой силы. Или, быть может, темная аура управляла им с самого начала. Я верну утерянное. Я верну Алисиарис и восстановлю Арагорию. Ценой чужих жизней и судеб, вернув себе самое дорогое, ты лишь исполнишь свою личную прихоть. Ты даже не в силах преодолеть свою скорбь. Ты не достоин любить кого-то и не достоин быть королем. Почему ты отрекаешься от меня? Ты — это я. Мы должны быть заодно. Ведь и ты хочешь вернуть себе то, что дорого тебе, верно? Наши цели должны быть одинаковы. Нет, это не то, что я хочу вернуть. Я верну к жизни Арагорию и искуплю свой грех. Я верну все, что я потерял. Возродись же, о Арагория, мое великое королевство. Подождите, я не понял, а чем был плох план, как бы вернуть к жизни его возлюбленную без всяких вот этих вот сложностей? В смысле, без крушила, а вот вернуть святого защитника, и чтобы все было хорошо, в чем это плохо? Хотя сейчас узнаем, наверное. Теперь душа Алисиарис. Что это значит? Это же не Алисия. Кто ты? Он просто порвал пространство? Что происходит? Алисиарис. Без тебя, Арагория. Без тебя я... Что это значит? Ой. Эй, тот золотой приятель, это и есть Алисиарис?
Нет, я чувствую злую ауру Крушилы, исходящую от него. Вероятно, это истинный облик демона. Но где же тогда душа Алисиарис? Это все очень увлекательно, но прошу минуточку внимания. Что мы собираемся делать с тем искаженным пространством? Оно разрастется и поглощает небо. Если это будет продолжаться, весь мир окажется затянутым туда. Мы должны уничтожить демона Крушила. Мила, ты сможешь долететь до туда? Ну конечно, положитесь на меня. Иван. Эван, вперед, остановим Крушила, пока не поздно. Да, у нас ведь есть утренняя звезда. При помощи священного клинка мы сможем уничтожить Крушила. На самом деле, утренняя звезда — это наш с Алисией ритуальный символ контракта. Крушила, обладающий душой Алисии, не сможет противиться этому клинку. Вот оно что. Так вот почему священный клинок — единственное оружие, способное противостоять Крушила. Идемте, друзья, расправимся с демоном и вернем мир на нашу землю. Ух ты. Нам надо с Милой поговорить на эту тему, да? А знаете что? Ай. А у нас вариантов действия пока нет, да? О, заметки Роланда. Нормально вообще место для них. Окей. А в любом случае, могу сохраниться, не могу сохраниться, но в этот момент, наверное, эпизод мы с вами и закончим. Поэтому спасибо Мише Лебедеву, Тому, Мише Фомину, Зуклике, Андрею Фиолетову, Максиму Ваеву, Константину Захарову, Алексею Смирнову, Эдуарду Бабушкину за то, что те продолжают поддерживать наш канал. Ну и вам всем, конечно же, огромное спасибо, что вы здесь приходите, смотрите эти прохождения. А в следующий раз, который я сяду записывать прямо сейчас, поскольку я не могу сохраниться, мы с вами отправимся дальше. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока.